С 25 мая традиционно по 5 июня водители автотранспорта должны двигаться по дорогам с включенным ближним светом фар в рамках предканикулярной акции «Внимание детям». Также следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворах, соблюдать скоростной режим, обеспечивать безопасную перевозку детей. Для родителей у госавтоинспекторов свои рекомендации. Мамам и папам следует объяснять ребенку, как вести себя на дороге, во дворах, рассказывать, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате. Рекомендуется перед началом нового учебного года пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места. Отпуская ребенка самостоятельно гулять или кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет делать это в безопасном месте. Статистика утверждает, наибольшее количество происшествий с участием детей в летний период фиксируется с пятницы по воскресенье. Также более 80% ДТП с участием детей происходят по вине взрослых.